Международная профессиональная олимпиада учителей «Профи-2019» прошла в 12-й раз. Это уникальный конкурс, позволяющий получить объективную оценку знаний и повысить уровень предметной компетентности участников соревнования. Учитель лицея номер 15 Татьяна Устюжанина успешно прошла очный тур и по его результатам вошла в топ-50 лучших преподавателей русского языка. «Профи» – это международная профессиональная олимпиада для учителей, организованная Высшей школой экономики города Перми по заказу Министерства образования края. За 11 лет в конкурсе приняли участие более 60 тысяч учителей. Это представители всех регионов России и 12 иностранных государств, стран ближнего зарубежья. Традиционно состязание проводится по 8 предметам – математике, русскому языку, физике, химии, биологии, информатике, обществознанию и английскому языку. В 2019 году в олимпиаде по русскому языку приняли участие почти 2000 педагогов. Испытания проводятся в два этапа. Первый – заочный, дистанционный, второй – очный, на региональных площадках. В нашем случае это Высшая школа экономики в городе Нижнем Новгороде. Участникам конкурса предлагаются непростые задания предметного и методического характера. Задание конкурса, считает Татьяна, мотивирует к самосовершенствованию и развитию профессиональных компетенций, что важно для учителя. По окончанию испытаний для всех участников проводятся консультации, где разбираются наиболее сложные задания, и учитель может получить ценные рекомендации по работе с одаренными детьми. Замечательно, когда ученики видят, что их учитель развивается и также готов пройти интеллектуальные испытания, какой проходят и они. Это всегда заставляет их лучше работать, тянуться за своим преподавателем. В сфере образования Татьяна работает 24 год. Постоянно участвует в профессиональных конкурсах разного уровня. В 2015 году она стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года». Ее ученики показывают высокий уровень предметной подготовки. Свою работу я называю настоящей, живой. И мне ценно то, что знания, которые я закладываю в детей, те умения, которые в них формирую, помогают им расти интеллектуально и духовно, помогают им добиваться успеха. Учитель должен постоянно работать над собой, повышать свою профессиональную компетентность, интересоваться новостями своей специальности. Татьяна – прогрессивный педагог, который с уверенностью открывает ученикам новые горизонты. Юлия Богоносцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.